В свои 13 Андрей уже известный пианист. Завоевал сердца тысяч зрителей «Синей птицы», победитель многих международных конкурсов. Музыка – его жизнь и его мир. Утром первым делом отправляется к инструменту. Прямо в пижаме. Андрей – мальчик особенный. В детстве он боялся звуков. Но все изменилось, когда дома появился синтезатор. Теперь виртуозная игра поражает даже профессионалов. Для рождественского вечера в Башмет-центре Андрей выбрал произведения Скрябина и Чайковского. Андрей Филонов – солист Международной детской филармонии будущего. За год она объединила десятки юных музыкантов из России и других стран. Маша Головченко – 9. На флейте и саксофоне она играет на профессиональном уровне. Мечтает создать свою джазовую группу. Столько желающих у нас сразу выступить, что мы думаем это развивать тему таких рождественских ежегодных концертов. Двумя рождественскими концертами детская филармония подводит итоги года. На одной сцене выступают самые талантливые юные музыканты. Открывает вечер скрипач Гранд Башмет полонезом Винявского. Партию фортепиано исполняет Ксения Башмет. Формат, по-моему, прекрасный. Вот такие вот два выходные дни, два концерта. Набирать сценический опыт очень важно. Фестиваль получился не только музыкальным. Десятилетняя художница Маша Баранова представила свою первую выставку работ. Интуитивная живопись маслом и акварелью. Мне кажется, все, когда запускают одуванчики, думают, куда летит каждая пушинка. А еще Маша – фигуристка. На рождественском фестивале представила фрагмент своего ледового шоу. Планы на Новый год масштабные. Весной музыканты детской филармонии отправятся в свои первые зарубежные гастроли в итальянский Сан-Ремо.